Накануне Эрдоган попросил Путина уйти с пути и оставить Турцию один на один с Сирией. В Кремле на это ответили, что Россия – единственная страна, чьи войска находятся в Сирии на законных основаниях по просьбе правительства. Вопрос, зачем это нужно туркам? Видимо, пытались решить две задачи. Одна из них, на мой взгляд, это резерв для войны в Ливии. В Ливии Турция поддерживает одну из противоборствующих сторон правительства национального согласия под руководством Фаеза Сараджи в Триполи. А эта страна проигрывает. И сейчас турки туда перебрасывают боевиков как раз из Идлиба. Уже 3000 перебросили. Вот. Там они их поэтому хотят сохранить. И второе – это обеспечить себе присутствие в Сирии. То есть если Идлибскую зону зачистят, у Турции уже не будет повода там находиться. Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры по урегулированию конфликта в Москве 5 или 6 марта находятся в процессе подготовки и не обещают быть простыми, хотя оба лидера ориентированы на урегулирование ситуации в Идлибе. Я думаю, что решение будет компромиссное, и войны между Россией и Турцией не будет, как многие сейчас пугают, вот, потому что ставки очень высоки, и Турция понимает, к чему приводит прямая конфронтация, потому что у нее есть опыт 2015 года. МИД России добавил, что министры высказались в пользу принятия мер по созданию благоприятной атмосферы, способствующей результативности диалога по выполнению договоренности в поддержку сирийского урегулирования и по другим вопросам повестки дня российско-турецких отношений. Лилия Баталова, Универньюз.